Падтрымка прыватнай ініцыятывы на сяле. На 6-м усебеларускім народным сходзе дэлегат ад Хойніцкага района Мікалай Чубянок будзе прадстаўляць бізнес Гомельшчыны. Дырэктар фермерскай гаспадаркі з патрыятычнай назвай «Родны шлях» не толькі вядзе паспяховую вытворчасць і агучвае планы па яе пашырэнні, але забяспечвае сваім працаўнікам годную зарплату. Нашы корэспандэнты пазнаёміліся з удзельнікам форуму. Змянить занятак реализатора запасных часток на лёс фермера Миколай Шубянок вырашил у 2015 годе, коли узял у аренду площи мясовой экс-базы. Правда, вытворчими их тады мог назвать только завзятый оптимист. Зараз одна с фермы уже одновлена, другой зоймутся у гэтым годе. Мясовые органы улады намагания фермера подтрымливают и при необходимости оказывают ему допомогу. Районные власти всеми силами помогают развитию фермерских хозяйств. То есть, что касается нашего хозяйства, то проблем никаких не увидели со стороны, допустим, властей местных. Всегда где-то и топливо, и минеральное удобрение. У аренду былые жывёлагадучыя помешканні Миколай Чубянок атрымаў з умовы стварэння новых працоўных месцаў. Сёння у яго працуюць 23 чалавекі, якія на умовы не скардзяцца, а фактаў парушэння дысцыпліны тут няма ўвогуле. Пры гэтым, нягледзячы на неабходнасць укладання дастаткова значных сродкаў на развіццё вытворчасці, на зарплаце работнікаў фермер не эканоміць. Я работала ў калхозе, ну там мне не нравится, там комплексы. Я на комплексах вообще работать нет. Я выросла на таких дойках, на цепных, вот бачкавых. Меня Валентинович позвал, я с удовольствием сюда пошла. Ну, во-первых, и зарплата, так как 350 я получала в колхозе, а что я здесь получаю сегодня 1500. У меня 6 детей, 3 студентов. Я сюда с радостью пошла. Сегодня фермерская господарка рыхтуется до посевной. Правда, подчас нашего приезда были моцные морозы, а тому подрыхтовчие работы на открытом поветры припынили. У тем, что все необходимое будет сделано своечасово, а компания пройдет на высоком уровне, никто не сомневается. Тем больше, что зараз тут набыли еще несколько одинок техники. Иншая справа, что иснующая зараз система кредитования не стимулюет вытворцу до набытия белорусского обсталявания. Делегат 6-го усебеларусского народного сходу Миколай Чубянок перакананы. Коли мы плануем подтримливать айчин вытворцев сельгастехники, кредитную политику необходимо корректовать. Что касается кредита, то да, очень тяжело, допустим, получить. Мы пытались в промагролизинге взять лизинг на покупку нового трактора 1523. Помимо того, что залог трактора шел, нужно было еще дополнительный залог где-то что-то в чем-то. Вот в этом проблема. Ну, вот, ну нашли. Пути выходы привезли с Европы, бэушные. Ну, работают на данный момент довольно-таки неплохо. Олег Сюнцеров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадио компания «Гомель», Хойніцкий район.